Всем привет, друзьям и зрителям моего канала, мое почтение. Друзья, у нас выдались эти выходные самые жаркие. Сегодня 38, а завтра обещают вообще 39. Я не знаю, как у других по Германии, но у нас в Оденвальде кипит все. Итак, я решил приготовить окрошку. И сейчас я вам покажу мой рецепт окрошки. Итак, ничего нового, как обычно. Я взял на 3 литра кастрюлю, и у меня пойдет 7 вот таких вот маленьких картошечек, которые я прекрасно порежу на моей терочке на этой. Картошку отправляем в кастрюлю и занимаемся яйцами. Также раз. Итак, теперь яйца тоже отправляем в нашу кастрюлю. Так, следующее. Я для моей окрошечки взял редисочку, 10 штучек. Ее я тоже нарежу на моей терочке, вот так вот. И теперь также редисочку тоже отправляем в нашу кастрюльчику. Следующие огурцы. Итак, огурцы. Огурцов я взял 3 штуки. Таких вот небольших огурчиков. Порезал их вот такими дольками. Кусочками, чтобы мне было удобно порезать на моей терочке. Итак, теперь сюда отправляем наши огурчики. Вот. Дальше. У меня здесь уже предварительно помытый, порезанный лук зеленый. 3-4 пера, кому как нравится. Но, соответственно, я еще сюда отправлю 50 грамм укропа. И все это дело я залью бутермильхом. Бутермильх. Что такое бутермильх в переводе с немецкого? Это пахта. Пахта – это продукт, который получается при переработке коровьего молока в сливочное масло. Чем-то напоминает ряженку, чем-то немного напоминает кефир, но также, как все кисломолочные продукты, полезен для здоровья. Сюда, на мою кастрюльку, я возьму, сейчас мы посмотрим по густоте, вот, я думаю, 1,5 литра хватит, и сюда я сейчас добавлю немного минеральной воды. Итак, надо посолить, это у меня не сыпется. Много солить не буду, лучше подсолить тарелку. Вот такая вот окрошка, но без колбасы. Колбасу я не добавляю в окрошку. Все. Немножко добавил минеральной воды. Люблю, чтобы окрошка была вот такая густая, а не вода. Все, всем спасибо, друзья, за просмотр. Поставлю в холодильник. Когда она будет холодная, будем тогда кушать.